Добрые традиции, дружная атмосфера и спортивный накал. В 4-й городской школе вновь прошли традиционные веселые старты, история которых длится не одно десятилетие. Ученики, учителя и родители соревнуются в ловкости, силе и креативе. Участники веселых стартов убеждены, совместное времяпровождение помогает сохранить дружественную атмосферу в школе и дома. Кажется, только в этом зале учителя, ученики и их родители могут чувствовать себя равными. Спортивная форма, одинаковые задания и желание победить. Так повелось, что первые места зачастую завоевывали родители, и в этот раз они не снижали позиций. Первые в скорости, первые в смекалке, первые в парных состязаниях. В итоге победа за командой родителей. Мамы и папы прекрасно понимают, где есть соперничество, там и здоровая, дружная атмосфера. В наше нелегкое, скажем так, время, да, когда какие-то требования к детям, все что-то хотят от учителей, да, и вот такие праздники, на самом деле, они, мне кажется, более благоприятно влияют на то, что творится внутри школы, внутри коллектива. Потому что, как ни крути, родители, дети, учителя – это все равно коллектив школы. И мы не можем кого-то выкинуть, кого-то отсеять, да. Организатор веселых стартов – попечительский совет школы. Он отвечает за совместные встречи школьников, родителей и учителей. Коллектив большой. Во-первых, 1009 человек в школе обучается, а за каждым стоит по 2 родителя. И вы понимаете о том, что это очень тонкая материя – сохранение мира. Вот. И сохранение понимания, но вот через спортивные соревнования это лучше всего удается. Совсем скоро у родителей, учеников и школьников будет новый повод для встречи. В конце ноября школе исполняется 77 лет. Валентина Чибичик, Антон Ведряков, телеканал «Север».